Всем привет, мои хорошие, с вами Катя, это канал GG Family. Продолжаем Saints Row 3. У нас там задание остановить загрузку. Тут Маккензи. Так я уже у неё. Я уже у Кинди. Объясню снова очень медленно. Я хочу перетранслировать твое подсознание в пользовательскую сеть Деккера. Тогда ты сможешь взаимодействовать с пользовательскими аватарами и нарушить абстрактные представления данных, которые являются краеугольным камнем их онлайн-нема стул. Конечно. Чего-чего стул? Не, неврологический электромагнитный анероскоп. Единственное существо ваше уничтожу КГБ. И у Деккеров есть один. Невероятно. Как он мог замаскировать сигнал? Они держат его здесь. Умно. Ладно, время батонов прошло. Что это за штука? И Кинзи, прошу тебя, ради, блядь, бога, попроще. Мне нужен этот стул, чтобы остановить Деккера. Спасибо. Да, это попроще. Отправлять на АС. Бля. Ты не могла сесть раньше, подруга. Я ее случайно переехала, простите. Я не специально. Once we get to the nuclear plant, I'll need to cut the external power uplinks to the main building. Wouldn't it be easier to take the chair? Well, we could if you want all its circuitry to fry as we try to disconnect it from the power grid. We definitely don't want that. Yeah. Что-то прям тут уже. So, am I gonna be comfy while hooked up to this thing? How should I know? Сверхъестественное, что-то непонятно. That's what you're worried about? If your ass is gonna be comfy? A girl deserves to be pampered sometimes. Wanna listen to some music? No, thanks. No upbeat pop songs to brighten the mood? Not interested. You don't like happy music, do you? God, no. Classical? Hard rock? Hardcore gangster rap. Okay, you're lying. Девочки там болтают о своем. Такая машина вообще неуправляемая, кстати. Там писец. Все знаки сейчас, походу, соберу. Alright, here's the power uplink locations. Keep the deckers off me while I disable each one. А, все, знак исчез. Жаль, мы могли с ним хорошо... Воу! Это что за... Нифига себе. Что нужно-то? Сейчас просто членом от... мудохаю. Да что ты? Что ты что? Что вообще за моей машиной делаешь? Ты куда? Стой! Mind keeping it down out there? You can't be serious, Kinsey. Sorta. Вообще дробовик можно взять. That's one. Two more to go. Ой, давай быстрее. Только садись нормально. Спасибо. Так, самый близкий где-то здесь нас. Блин. Думала, сможем проехать. А, там вода какая-то. Да мы еще не успели приехать, они уже, короче, в нас палят. Ну. Да ладно. Чик. Водочка. Да блин. Да блин, перезарядка. Почему у обоих перезарядка? Ах ты ж твою. Мать твоя. You cool, Kinsey? These things take time. I can do it. Two down, last one, and we're in business. Все, пойдем. I want to feel your blood on my hands. Ой.
Да запрыгивай уже, поехали быстрее, быстрее. Каяк. Сейчас тут проедем. Ай! Прям в попень кто-то. Блин, опять банды эти, ёлки. Замонали уже. Замонали эти банды. Да кто там за нами едет? Да ты-то куда пишешь, дурочка? Ты можешь просто уйти? Ну давай, быстрее, взламывай, что тебе там надо? Блин, у меня закончились эти гранатки. Any progress? Maybe you're as good as they say. Давай, 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 подруга, быстрей. Все, отлично. Где там? Ой, где наша тачка? Ой-ой-ой. Нет, не наша. Ладно, похер, садимся в какую-нибудь уже. Ой! Здравствуйте, до свидания. Там это здоровый. Ты, конечно, 5 звезд набрали. Так, отправляйся с посадочной площадки. Сюда, что ли? Да вылези ты. Нет, это куклы! Не, все нормально. Или нет, не нормально. Сюда, но нет. Да-да-да-да-да-да-да. Сюда-сюда-сюда. Отлично. Okay, we'll do your thing and I'll take over from there. It's simple. I measure the... Don't go all school teacher on me. Right. Forgot. Так, я сижу. Я сижу, далеко гляжу, что мне делать. Figure out anything exciting? There's a lot of power output coming from this place, so it's hard to get a lock on the chair. But we'll get a lock on it eventually, right? I need more time. Так, если что, вертолет мне я управляю. Okay, time to get that. Just you, and you'll have to take the quick way. The Deckers may already be destroying the chair to keep it from us. There's a quick way? Yeah, jump. В смысле поторопиться? Ну, поняла. Here I go. И там не убиться-то. Давай, 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 давай. Офигеть у них тут. Только меня убил. Ай, блин. I'm in, Kinsey. Cut the chair from their system by disabling the router connections. So basically I press the off button. That's what I said, wasn't it? Так, ну куда-то туда. Ай, тихо. Вниз по лестнице. Идем вниз по лестнице. Сейчас, секунду, что-то. Микрофон убежал куда-то. This is my town. Маршрутизаторы отключены. What is Miller doing anyway? Planning the next world war? It's what I do. There's the chair. Как их, блин, к ним залезть надо? Серьезно? Да, блин, что мать твою происходит просто? Просто бежим. Ладно, вот этих толкать.
Блин, охренеть их тут, алё, вы чё? Офигели что ли? Чего вас так много-то? Блин, здесь сейчас так сдохну. Как хп-шку восстановить. Ой, эти быстрые, уйдите. Еще? Еще один? Пацан, па, ну хорош, стрелять. Жесть! Их плен. Ну кто-то с пулемета в меня стреляет. Блин, мне кажется. Да, свидос, пацаны. Все. А то с ними воевать, ну, смысла нету. Ты бы их все не перебила бы. Всех не перебила. Теперь это место является жильем святых. Это крепость ваша. Вы можете изменить и модернизировать ее в жилище Дедатора Бернс Хилл. А, нифига себе. Что-то новенькое. Крепости. Ага. За приобретение жилья АЭС ваш лимит перевод денег увеличивается. Это все? Так, 42 тысячи. Два автомата, конечно, дороговато. Так, хорошо. Пирс. You know if that chair thing is ready yet? I don't know. Why ask me? Talk to Kenzie or Oleg. Cause you, I can understand. I think they said they'd be done pretty soon. We could probably head over whenever. All right, see you when I get there. Don't mess with... Так, тогда... Телефон... Вертолет. Shit, where are we going? А, он прям вертолет, да? Он не дает мне выбрать. Ой, у него бутылки с пивом падают. Да где? Давай, ну. Спасибо. Торнадо. Ух ты, реально торнадо. Все ракеты в воду. О нет, это не воду. А, я ее управляю, офигеть. Ха. Тут пришвартуемся. Да куда ж ты? Что ж ты летаешь-то так? То мужики в шоке, наверное. Да вот нифига себе, тут вертолеты летают, и девки выпрыгивают. Кристо, ты готов гандажить всякое виртуальной реальности? Это куда безопаснее, чем... После выстрела из пистолета выжить можно, но если твой разум испытает слишком большое потрясение во время нахождения на столе, твой мозг умрет. Отличный план, Кинзи. Не знаю, все готово? Поехали. Да, это что-то вообще уже. Что-то с чем-то начинается. Ну-ка, ну-ка. Что? Серьезно? Откуда здесь Windows? Боже, это же я! Ой, извини, сейчас я загружу другой.
Это ужасно! Твой аватар еще не готов, это временный вариант. Почему именно этот? Начинай просматривать данные, я разберусь. Зашибись. Я унита... О! Отлично, я тебе вообще не позже в анекдотах. Хватит, Нейт, ты уже не ребенок. Все, давайте вот так. На превьюшечку. О, wow, еще что-то. Вот ты. Это еще что-то. Хорошо, потому что Мэтт выследил меня. Это мой мир. О, какая-то пушка. Ого, прикольно. Мэтт не намерен терпеть тебя. Там придется пробираться через все его защиты. Ты сначала займешься Бронмауэн. Ты меня убьет? Нет. Так, на всякий случай сохранила игру. Что, кто его знает? Что тут может произойти? Вдруг игра захочет вылететь. Да идите, сколько вас тут, а? Хорош, пацаны, нечестно. Это уже что-то типа трон наследия. Ой, или просто трон. Есть вроде трон и трон наследия, да, фильмы? Я их не смотрела. Так, только немножко знаю, что к чему. В смысле, что за улитка на мне? И вот там тоже что-то типа такого же, да, там миры были. А, меня эти замедляют, сволочи. Тут еще падла. Да хорош! Ну как вы это делаете? И там, блин, похоже было. Что нужно, блин, сделать? Добралась я до сюда, и что? Я еще хотел сказать, когда мы на мотоцикле. Так, вы просыпаетесь на холодной земле. Вы поднимаетесь и обращаете внимание на то, что маленькая комната... Блин. Вы просыпаетесь на холодной земле. Вы поднимаетесь и обращаете внимание на то, что маленькая комната освещается только двумя факелами. С одной стороны дверь, с другой дыра в стене. Что вы будете делать? Здесь сидит факел. Вы вынимаете факел из кронштейна и открываете дверь. Перед вами жуткий темный коридор. Вы идете вперед целую вечность, пока ваш факел начинает гаснуть. Что вы будете делать? Поискать потайные двери? Здесь нет потайных дверей. Продолжайте идти. Вы идете вперед, молясь каждому из 31 бога Диаса, чтобы у вас не погас фонарь. К счастью, он не гаснет. Впереди тьма постепенно расступается, и коридор впереди освещается синеватым мерцающим светом. Вы слышите скрежет камней. Что вы будете делать? Прочитай заклинание, вытащить меч. Прочитай заклинание. Вы не знаете магию. Вытащить меч? Вы чувствуете, что в конце коридора скрывается зло. С потолка падает камень. Он падает вам на голову и ломает вам шею. Вы мертвы. Спасибо за то, что играли в драконы и слезы. Первая часть из трилогии о спирали тьмы. Ладно, взять факел. Продолжить идти. Продолжить идти. Продолжая свой путь к синеватому мерцанию, вы замечаете в коридоре пещеру. Сразу же понимаете, что источником свечения было светящееся озеро. В его воде плещется единорог. Что будете делать? Погладите единорога. Вы запускаете свою руку в гриву единорога, единорог тихо ржет и нюхает вашу руку. Его рог тыкает вас в глаз, и от боли вы отпрыгиваете. В этот момент вы случайно наступаете на шаткий камень, и вы падаете и ломаете себе шею. Камон, серьезно, что ли? Посмотреть на единорога. Это похоже на единорога. Убить единорога. Вы выиграли. Спасибо за то, что играли в драконы слезы. Понятно.
Что это за игра? Переживите тестовую адвенчуру. Блин. You said you had this, Kinsey. But I didn't. I think this is more fitting. Wouldn't you agree? Give me some time, I'll fix it. Hey, I'm still packing my cannon. Видите, это антивирус, ты ёшки. Бежать, туалет, беги! Did Pierce pull up the cord or something? He's bombarding us with data. I'll try blocking it. Блинский. Так где эта тварь бегает? Она такая быстрая, писец. Меня штормит просто туда-сюда. Да ёпти! Что происходит? Почему меня штормит туда-сюда? Is this the best you can do, Agent Kensington? Be gone. Справились, нет? Найдите у них тоже вражеские танки. Ну, не даст резиновая кукла, теперь это танк. Смирись с этим. Что делать? Тут, господи, как это трудно. Это как типа танчики были, была игра. Да ёшки. Как его убить-то? Конец. Вот, блин, мини-игры. Доберитесь до интернет-безопасности. Опять секс-кукла. Ну, давай уже, вижу, вижу. Короче, тут без толку драться, тут можно бежать. Good girls, coming up on the last wall. It's his internet security protocols. They're blocking access into the main. Так, защит доступ, главное что-то. Блин, управление, инверсия, инверсия, инверсия. Ва. Пить всех дейкеров Here is where the Cardinal lays his plan for a bit. Wait, you modeled this shit off of Nightblade. It's an allegory for man's inhumanity to man. It's a shitty vampire show. I don't expect a circle fuck like you to appreciate good writing. Да твою ж, Дефис, где вы, кто вы? Ой, а то от техно ошибок. Каким образом? Спасибо. Что нам надо было? А то от техно ошибок. Ну и как? Почему ты не умираешь? Он испугался, иди к собору, прикончи его. Sometimes at least try lying. Сейчас какой-нибудь он там крутой, наверное. Супер босс. Легко смеяться, когда прячешься как трус. Выходи. С радости. Ёб твой! Я же говорю! Что за херня? Не понимаешь? Я тут местный бог.
Это здорово. А в реальном мире ты просто сучка с клавой. World now. Here you cannot beat me. Real world, this world, it's all the same for kicking your ass. Alright, just don't die until I figure out how to copy an avatar. You're expected to beat me with that thing. Hold on, he depowered your weapon. I'm fixing it now. Look at you trying to move. Amusing. Start those dodges early while you're slowed. Блин, ему кого-то вообще пофигу, что я стреляю. Bring it! Давай! I'll kill you one way or another. Так или иначе, я убью тебя. What are you doing? Что ты делаешь? Спускайся! Ты просто боишься, ты проиграешь. Так, я ему выбила крылья. Окей. Ой, я такая маленькая стала. Ему надо в глаз, короче, меньше. Слезь, не сражайся. Да ладно, не успела. Without power, you may as well give up. Ой, нифига себе. Got it! Что? Этого не может быть? Охрана! О! Oh, yeah, look at me now! Looking at the Avatar's programming, you should have four main abilities. The sword can be used to slash at things close by, or can create a giant shockwave. And as a dragon, you have a medium range fire breath and a quick dash to evade hits. Kinsey, I could kiss you right now. Kinsey, да я тебя расцелую. Давай, 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 давай. Да выходи уже, подлый трус. Воу, нифига, что я могу. I don't know how you managed at ancient Kensington, but it doesn't matter. I am God in my domain. Here comes the brat again. You're on even ground now. Should be a piece of cake. Glad you think so. Да сволочь. Я ничего не понимаю, что происходит. Почти его забило. Тебе нет места в этом мире, умри! Ух ты, сейчас. Так мышку, блин, сломаю. Вот это клёвая миссия.
Подожди. Я могу обелить твое имя, доказать, что уничтожение моста не твоих рук дело. Не сомневаюсь, что ты Кинзи. Да у меня весь мир на кончиках пальцев, в буквальном смысле. Как-то все смутно, Мэтт. Придумай чего получше. Ты говоришь мне название компании, она становится собственностью святых. Ты получаешь свою империю, а я возможность уйти. Вот теперь мы поговорим, малыш. Эй, что с дверей? Это потайные ходы к документам компании. Через одну из дверей можно попасть на оружейный завод и получить скидку на улучшение оружия. Магазин запчастей, они сделают скидку на обслуживание твоей тачки. Выбирай любую, ты будешь важным клиентом, обещаю. Да нафиг мне машины, я оружие. Нафиг мне эти машины. Я как вначале одну тачку сделал, так на ней даже и не езжу. Не езжу. Really мне бы очень хотелось, чтобы ты передумал, Мэйт. Мои руки сделаны для того, чтобы ломать кости, а не стучать двумя пальцами по клавиатуре. Ну что ж, если проблема только в новой тексте, я могу посоветовать пару хороших программ для распознавания голоса. Ты связан со мной с тех пор, как я, подобно Фениксу, восстал из пепла Филиппа. Ты и я. Нам друг без друга никуда. Это мило, но я чувствую, что пришло мне время двигаться дальше. Честно говоря, я немного боюсь, но умереть. Я требовательный работодатель, Мэтти. Я ценю, что ты поделился со мной своими заботами. Просто из-за того, как Виола и Кики обставили свой уход, мне захотелось убить кого-то, понимаешь? Убить кого-то, точно. Полностью. Что ж, мне пора на самолет, так что... Мэтти, о боже. Не стесняйся упоминать меня в резюме. Я напишу рекомендацию. Ну слушай, 10% бонус. Взять киберпушку вы сможете на оружейном складе в вашем жилище. Круто. В гараже вашего жилища есть кибертанк. Это клёвый танк. Стоимость оружия снижается на 25% благодаря взлому Мэтта Миллерса. Это круто. Это очень-очень круто. Просто нафиг нам эти тачки. Серьезно. Ну-ка, давайте в жилище зайдем. Что у нас тут в магазине-то? Ничего нового и нету. 28 тысяч. Мне на бег не хватает. Так, сейчас деньги. А теперь хватает. Так, бег. Отлично, и четвертый, да, есть? 29-й. Офигеть, деньги. Сколько надо денег, офигеть. Давайте еще здоровье увеличим. Отлично. Так. Что у нас там по миссиям? Теотерский блюз. От Шаунди. Кстати, хочу же посмотреть оружейный тайник. Где-то пушка в специальном, наверное. Угу. Давайте ее возьмем. Она тем более вообще бесконечная. Так что отлично. Возьмем ее. Гардероб. Что тут? Кардинальская шляпа такая появилась. И очки. Вот костюм кровавые монашки-то получше выглядит. Так. Ладно, давайте. Давайте тогда, ребятки, на этом закончим. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать колокольчик, вступать в нашу группу. Все ссылочки в описании. Также вы можете стать спонсором нашего канала. 25 рублей. Ссылочка тоже есть в описании. Увидимся в следующих сериях. Мы уже почти, наверное, дошли до финала. Так что всем пока-пока.